Вот, друзья, нужно мне вот облицевать полностью вот эту солью плиткой. Все полностью облицевать здесь плиткой нужно. Полностью в то помещение войти, вот алтарную часть. И вторую алтарную часть мне нужно будет облицевать плиткой. Сейчас будем подготавливать. В принципе, стяжка здесь неплохая, но некоторые места я уже пометил, нужно будет стесать бетонной чашкой по бетону алмазной. Так, друзья, предварительно разложил плитку. Таким вот образом она примерно будет уложена. Она придется немножко сдвинуть вперед, потому что у нас нотация будет мозаика. Надо так сделать, чтобы у нас мозаика накрывалась плиткой. Перепад между помещениями у нас вот такой получается, поэтому здесь уровень подняли пола, должны нормально сюда прийти с небольшим слоем клея.
результат получился. Как вы можете заценить, здесь, смотрите, мы дальше продолжаем сюда движение. Здесь все будет, здесь службу проходили вот в этом пределе. Сейчас служба тут заканчивается, возвращается сюда престол, будет служба здесь проходить. Вот такая вот красота получилась. Дальше мы сюда пойдем, в этот предел пойдем. Будем с Илью заканчивать, вот именно здесь. Будем здесь заканчивать. Вот, друзья, результат очень даже неплохой.